Акьяка – поселок, расположен между Мармарисом и Муглой, в пределах района Ула, в восточном конце залива Гекла. В 80-х годах ничем не примечательный поселок становится туристическим центром. Курорт Акьяка – это необычный, ни на что не похожий невероятный мир. Здесь нет больших гостиниц и шумных тусовок, небольшого белого цвета домики на узких опрятных улицах, покой и гармония. Это любимое место отдыха состоятельных турок.